На борьбу с эпидемией оспы обезьян необходимо 135 миллионов долларов. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Причем собрать сумму необходимо в кратчайшие сроки, как минимум в ближайшие полгода, чтобы остановить вспышку инфекции в период острой фазы заболевания. Гебрейесус также добавил, что борьба с вирусом требует совместных усилий со стороны международного сообщества. Напомню, ранее ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию из-за эпидемии оспы обезьян. Нынешняя вспышка инфекции распространилась на 18 стран Африки. Самая сложная ситуация в Демократической Республике Конго. Там свыше 16 тысяч инфицированных, из них больше 500 человек скончались. Кроме того, новые случаи заболевания зафиксировали в Нигерии, Швеции, Испании, Таиланде и Пакистане.